кнопку Get Started. Это та же самая, как регистрация. Здесь указываете логин, вот здесь пишите. Здесь ваше имя, здесь почту, пароль, подтверждаете пароль. Здесь проходите капчу. И здесь у вас должен быть спонсор инфосайт. Вот, спонсор инфосайт. После чего, после того, как вы зарегистрировались, вы нажимаете логин. Здесь указываете почту, пароль и входите. Все, вот это все, что вам нужно для того, чтобы здесь зарегистрироваться. После чего вы нажимаете вот сюда «To Dashboard», это попасть в кабинет. Сразу же у вас открывается ваш кабинет. Множество всего озвучивать вам не будем, потому что, еще раз повторюсь, мы сейчас рассмотрим только